На площади Аль-Фараби выступают легенды казахстанской эстрады. Для жителей Шымкента сегодня поют Роза Рымбаева и Нагима Искалиева. Неподалеку от сцены расположилась тематическая юрта, в которой каждый желающий может узнать о традициях казахского народа. Сотрудники прокуратуры в рамках проекта «Казахстан без насилия в семье» решили порадовать горожан и гостей Шымкента не только общественными приемными. Я думаю, что поддержат этот проект, потому что эта акция очень добрая. И, конечно, она проблема семьи, счастливой семьи, чтобы побольше счастливых семей. Несчастных семей не было. Центры помощи сегодня созданы даже в отдаленных районах Южного Казахстана. И это только начало, уверяют авторы проекта. Когда определяли пилотным проектом Южный Казахстан, у многих были сомнения. Ну как так? Там же население традиционное. Они не воспримут какие-то изменения, особенно в семье. Но сегодня я глубоко убеждена в обратном. Потому что такая мощная поддержка. Это именно в Южном Казахстане. Мощная поддержка. Именно у населения. Они встречают, они готовы. Молодежь, апалар, ажилер, кариалар. Все в один голос. Проект поддержали и такие известные артисты, как Сакен Майгазиев, Алтынай Жорабаева и группа «Жигиттер». Саидов Бауржан Джусипов, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Отрар».